Опа! Привет, Рэйзер. Так, сейчас я вас повыше подниму. Как ты так сделал, что ты первый стал? Я не понимаю. Да молодец, молодец. Вот здесь правильно писать надо. Прикиньте, вышел у меня на этаже и начал ссать. Hello, татартатл. Честер, Манчестер. Привет, Джек! Мы с Манчестером гуляем. Честер, Манчестер. Че? Он, короче, помните, когда у меня ноут вырубился из-за того, что я забыла его воткнуть, да? Мы еще потом после этого час, наверное, гуляли, просто по торговой. Я думаю, блин, так жалко вот с вами погулять. Привет, Сурок, привет, Итузер. Glory, Glory, Man United. Это что значит? Это что-то плохое, Джек? Мне не надо это говорить. Не надо так говорить. Ага, понял. Не буду. Я все думаю, как бы вот так успевать мешочек прям под жопу ему подставить. Ну, чтобы не руками это собирать, а просто мешочек взять. Но я думаю, что я могу не успеть, а наоборот еще хуже сделать. Привет, Кишинёв, как настроение, дела? Привет, хорошо все. Вот только не надо две кучки делать, пожалуйста. Честер. Сейчас проверю, если он две сделает, он периодически две делает. Я потом на одну кучу пакетик использую. Сейчас. Честер, ты далеко не уходи. Надеюсь, не будет вторую кучку делать. Я, кстати, хочу снять еще эту кофточку, потому что жарко. Я взяла, ну, тут ветер, и я... Да, главное, чтобы не жиденько. Жиденькую хрен уберешь. Вот, я взяла, потому что мне же нельзя прохлаждаться. Блин, только сняла, меня уже обдувает ветер. Черт, нельзя, походу. Лучше я не буду снимать. Лучше я буду... Будет жарко, пусть чем продувает. Алекс, привет. Главное, чтобы... А, это читала. Так, значит... Сейчас... Shoot a turtle just because. Smiling face with hearts. Мешковинка, мешковинка. Ой-ой-ой, тут ртоту. Thank you. Just because. Like always. Just because. Thank you so much. Акимел, привет. Привет. Собака на азербайджанскую дворовую породу похожа. Это она? Я не знаю. Я не знаю, она же это... Так, глаза все отвернули, сейчас будем какашки убирать. Все. Че, Честер? Честер! Гулять сегодня будем много, да? Я сегодня с тобой тебя взяла, будем много гулять. Много будем гулять, да. Да, будем много гулять. Главное, чтобы ты не срал и не ссал там, где мы гуляем, но он тогда нормально себя вел. На него даже собаки нападали, гавкали, кошки там всякие фыркали. Он вообще такой спокойный, такой классный. Вот, вообще классный, честно. Так, где мусорники тут? Не бачу, а бачу. У нас час прогулки, и я очень сегодня хочу кейк. У меня сегодня цель купить кейк. А вот, кстати, видите, я с кепочкой тут. Где такой собаки мои? Иди ко мне, мой сладкий. А пойдем вот под деревце, я тебе еще глазки почищу. Я ему вообще глазки не чистила со вчерашнего дня. У него вообще нормальные глазки. Ну ладно, пойдем под то деревце. Пойдем, пойдем. Сейчас сядем. Вот так вот, да? Вот так вот сядем, глазки почистим моему сладенькому. Привет, Энджи. Ничего через экран не пахнет. Не, ну просто бывает не очень приятно. Все, уже, кстати, маникюр надо переделывать, да, Честер? Будем маникюр переделать? Маникюр будем переделать? Видите, какие у него засрадки тут? Нужно лак купить какой-нибудь, да? Или ну его в жопу лак, как ты считаешь? Ну, лекарство, которое мы с вами тогда купили, помогает, честно говоря. Помогает. У него намного меньше течь вот это вот все стало. А так. Вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Утек. Молодец. Хорошо, говнище в каком-то замазывает уже. Да? Что такое? Ты такой мой сладкий. Его уже не шатается? Нет, он уже нормально. А я думала, ты стейк хотела. Сегодня не хочу стейк. Прям вот сегодня торт хочу. Стейк я вон прям перед тем, как болеть хотела. Вот. Прям перед тем, как болеть, начала, хотела. Вот. Ты куда? Не посидишь там? Он за кошкой побежал. Лео бежит как. Вот за кошками любит, кстати, бегать. Мини-упс, что? Упали? Честер! Честер! Без меня туда нельзя ходить. Он симпатичный. Забери. Проверка твоего английского. Эвертон. Иди в баню. Так, сейчас вот это вот мне слюнявчик вытянем тоже. Вы подраздели, да? Что? Кошка пришла, подразнила. А, ну да. Подразнили. Барбрус, привет! Привет, мой шелоденький. Наконец-то, а то мы потеряли тебя. Так, все, поехали гуляться. По торговой будем гулять. Знаете, вот я хотела, блин, ну видите, не успела. Наклеить ему на спину, собака ищет дом. Нужно кофточку ему замутить, собака ищет дом. Чтобы все смотрели, потому что он очень сильно привлекает внимание. Все постоянно спрашивают, что за порода. Какой интересный, какой страшный, какой красивый. У всех... людей разное мнение, но в любом случае он привлекает внимание. Но никто не знает, что эта собака сейчас пойдет в приют. Вот. Дай ему сухарика. Не, он у меня нормальную еду есть вообще-то. Привет, блин, у меня мониторов не хватает для стримов. А что это ты там смотришь? А ну-ка. А ну-ка, что? Не, не говори. А то я расстроюсь и буду злиться. На фоне собаки стримы прекрасно выглядят. Спасибо. У меня интернет-слова нет. Почему? Что с интернетом? Давай. Показывай, как ты умеешь прыгать. Давай. Честер, пошли. А? Пошли. О. Четкий. Блин. А у вас ширик или узик? Скажите, пожалуйста. Давай, веди меня. Честер, куда пойдем? Он, кстати, умеет из поводка вот эту лапку делать. Смотрите, у него, видите, лапка сейчас запуталась. Честер, Честер. Давай лапку так. Вот, молодец. Вообще капец умный. У меня Буся так делает, и это не все собаки так умеют делать вообще. Не дам от дорого, возможно, доплата. Так, у вас, кажется, узик. Осторожнее вот надо быть. Прикинь, даже не то, что через экран. Я же не стримила, чтобы вас не заражать. А заразила, получается, как? Как? А вот кружочками в Телеграме. Шо? Так, ветер дует. Мне, наверное, надо призастегнуться, а то сейчас продует, и я повторно заболею. Я, кстати, ребятушки, если у меня все получится, я завтра еду в район на 2 дня. На 1 или на 2 еще не решила. Поздоровительный спа-центр. Вот будем... Ох, как бежит! Ля-ля-ля-ля! Куда пойдем? М? Не слышно. Елена Симакина. Может, туда пса отдать. Тут есть ее канал, а наверняка просто предложение. Так какая разница, в какой приют отдавать? Приют — это же все равно этот, тюрьма для собак. Для невинных. Не слышу. Елена Симакина. Может, туда пса отдать. Тут есть ее канал, а наверняка просто предложение. Так какая разница, в какой приют отдавать? Приют — это же все равно этот, тюрьма для собак. Для невинных, причем, собак. Тюрьма для невинных собак. То есть, когда это, собака попадает в приют, это вот реально вот один в один. Поэтому... Это закрытая территория, где кормят. И причем, мне кажется, в тюрьмах условия даже лучше, чем в приютах, какой бы там и ни было, Симакина или Хуякиной. Вот. Нужно бы найти ему просто... Знаете, даже просто выбросить его вот здесь на улицу, периодически ходить кормить. Просто... Не понимаю, о чем она говорит. У вас не лагает, кстати? У меня что-то 3G появилось. Поэтому вот как бы на улице ему будет классно. Он не очень-то, знаете, такой привязывающийся пес. Он спокойно себе выживет вот так в одиночестве, хоть он и... Говорят, что собаки — это такое, знаете, стадное социальное животное. Но он, походу, очень долгое время прожил в одного. И ему норм в одного. Вот. Если его просто здесь бросить, ну, блин. Знать бы, что он далеко не уйдет, а вот здесь где-то будет всегда ошиваться. То можно было бы, знаете, прилепить, правда, ему бирочку такую, да? Что с телефоном, что собака под наблюдением, не трогать, чтобы его не забрал приют, который убивает их, да. Есть там приют, дядя Бозиму испугался. Есть такой приют, который убивает собак. Ну, типа государственный. Сходят слухи, я не знаю, но ходят слухи, hello, Will, что этот приют собирает бездомных собак, и вот они очищают, типа, городские улицы, типа они лечат их, там, кастрируют. Но на самом деле многие люди говорят, что там просто избавляются от собак, усыпляют их или сжигают, что-то там с ними делают. Вот. Странно, температура только понедельник подскакивала до 39, а так 37,5 держится. Слабость капец, валяюсь, кровать сам... Во, прям точно как я. Но знаешь ли, у меня сказали, это не корона, кстати. То есть это не корона была, поэтому... Не знаю до сих пор, что это за вирус гуляет, но какой-то вирус, видишь, как бы с высокой температурой. Причем, вот скажи, у тебя есть какие-то насморк, там, кашель, башка болит, нет? Вот скажи, какие у тебя признаки. Вес взвесить за 20 копеек. Не хотите, говорит. Я знаю, как замутить бизнес. Прежде всего, нужны реснички, ноготочки, прическа, макияж. Тесно возьму на само... И там президент средать друг добрые руки, да? Пристроит. Может быть. Одна в Киеве, другая здесь. Неплохо. Не, это же не моя собака. В Киеве-то моя собака. А здесь это просто на передержке. Да, собака. Вот, в принципе, я бы его отпустила туда, и пусть он бы бегал тут. Ему бы вообще тут классно было. Тут людей много. Он, ну, он не социальный, но он спокойный. Он бы здесь никого бы не кусал, никого бы не трогал. Спал себе бы где-нибудь там. Тем более он вообще не домашний. Он не любит у меня на балконе сидеть. Он не хочет домой идти. Как бы его ни холила, ни лелеяла, вот это вот чудо не хочет жить у меня. Он не хочет, он все время хочет на улицу. Вот. Давайте его отпустим. Подожди, нет, пойдем, наверное, на торговую ту сторону. Пойдем. Я хочу его отпустить и посмотреть, куда он пойдет. Попробуем, куда он пойдет. Почему он как старый? Болеет. Болеет? Да. Ваша собака? Нет. Уличная. Уличная? Идешь? Да, пока за мной ходит, но вообще он не ходил за мной. Это он уже более-менее ко мне привыкает. Он самостоятельно уходит от меня и уходит куда хочет. Алларик, привет. Иди, иди, иди. Ну? Он сопли уже текут. Я думала, я сейчас за ним пойду. Куда он пойдет, туда и я. Типа, куда он поведет. О, видите, все, отстает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Найдет меня или нет? Пойдет за мной или не пойдет? Честер, Манчестер. Ой, чуть не ёбнулась. Вон. Видите, какой он спокойный? Вообще. Чё, пошли гулять? Пойдем? А, Честер. Иди, иди, иди. Вперед. Видите, не хочет идти без меня. Сопля капает на пол. По моему любимому, по главной торговой. Вот. А потом пойдем туда и до магазина, где тортик продается. Сильно лагаем? Серьезно? Так, дома лагаем или тут, как вы думаете? Ой, это мяско везут. Ну что ты стоишь? Ты идешь гулять? А? Идем? Thank you, Will, for gift sub. Отлагали, нет? Да, нос закладывают, башка периодически трещит, ну и слабость. Какие петли? Так, ребят, скажите, что по стриму? Телепортируем. И у меня. Хорошо, значит, мы лагаем. Понял. Ну, подождем сейчас, может, получше станет. Ой, привет! Спасибо тебе за подписочку 3-го уровня. Уже 57 месяцев. Спасибо. Мы где, чат? Мы в Баку на торговой. Гуляем с собакой. Иди, иди. Пошли сюда. Пойдем. Идет за мной. Молодец. Молодец, Честер. Или не идешь за мной? Честер. Какие уши огромные, просто капец. Пошли сейчас. Рад, что ты можешь ходить, спасибо. Ну, честно. Ты, гля, со всех сторон обоссал мусорку. Захарик. И мне теперь новое имя. Просто, кстати, кофта не нападает на этот, на экран. Топ. Сопля опять торчит. Нет, Честер, ну, не приставай. Не приставай. Пошли. Пошли. Пойдем. Ты что ты от меня убегаешь теперь? Пойдем. Пойдем. Честно. Пойдем. Пойдем. Честно. Взял женщину, выгнал. Пойдем. Сейчас не лагает, нормально? Топ-топ-топ-топ. Тап-тап-тап-тап-тап. Метки для обратной дороги? А, чуть-чуть. Шо? Видите, сколько внимания он вообще привлекает? Все на него смотрят, все просто. Честер, если что, я тут. И как он спокойно вообще относится, да, ко всем. Мы небольшие телепорты перемещаются. Телепорты. Же перемещается телепортами. Мне интересно. Или это мой... Это... Собака в Баку что? Да, собака в Баку что? Что ты стоишь? Все? Не пойдет даже? Устал? Нет, ты только не в ресторан. Черт, тут совсем беда с интернетом, походу. Фрезы не проходит, источник такая же. Ну ладно, пойдемте тогда в магазин и домой. Что теперь? Нагулялись. Сейчас прицеплю его, чтобы людей не пугал. Да? Или не прицеплять? Пойдем прицепляться? Честер, пойдешь ко мне? Пошел, ага. Честер, пойдем на поводок. Честер, дай прицепляться. Дай прицепляться. Лячь, кайф. На него собака злится, но прорычит, а он вообще пофигу. Честер, а куда убегаешь-то от меня? Честер, пойдем за тортом? Лет 6. Постарел, да? Да я не знаю, это не мой. Ну, старый. Ну да. Честер, дай прицеплю. Дай прицеплю. Дай прицеплю. Дай, 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 дай. Молодец. Пойдем. Да не, все он видит. Все он видит, все он слышит. У него слух хороший, зрение хорошее. Все он видит, а? Правильно, телефон уронили. А, упс, пиздила собаку, да? Ты такой мой сладкий. Ты такой мой сладкий. Слюнявый такой. Да, у меня что-то отвалился прям сам телефон. Интернет от телефона. У меня же этот мой раздает телефон. Вот. А на другой. Привет, Сашка. Сашка промокашка. Саш, смотри, мы тут с Честером вот гуляем, смотри. Ты видела, как она отвела девушку подальше? Ой, и следы знакомства это такие. Салам. Я не говорю по-азербайджански. Не знаю, это не мой. Лет 5-6. Also, gell? Что? Привет? Привет. Такой гладенький, такой маленький. Привет. Хорошего вечера. Хай. Олеся, ты кажется, что спасла. Я, если бы не я, его бы Сева спасла, поэтому я только ей помогла его спасти. И помогла его оформить в более комфортные условия. Немножко в других условиях. Вот как просто понюхал жопу, и все понятно, не то, что люди. Ну, а что понятно после понюхивания жопы, скажи? Что вот собаки понимают в твоем понимании? А что мы так много... Я не знаю, Саш. Я попробую, конечно, сейчас перезапустить все, но у меня не получается. Сейчас, подождите, прям 4G перезапущу. Сейчас как. И Сенера, привет. Не, врач мне наоборот сказала, нужно гулять около 2 часов в день, чтобы дышать свежим воздухом. Но мне нельзя охлаждаться, переохлаждаться, быть на ветру и мокрой, чтобы тем более ветер дул, когда я мокрая. Вот, а так надо. Просто золото долага. Ну вот надо было сразу так. И главное, я перезагружала и Streamlabs, и призму, все равно лагала. Знаешь, что сделала? Просто эту антенку вот эту. Хуяк-хуяк, туды-сюды сделала, и все заработало. Мужчина всматривается на стоп-кадре. На собачку. Саша без мата, ну. Что ты там завуалированно материшься? Да, у нас лето. Ну, не прям уж такое лето, просто некоторые прям странно одеты. Некоторые прям слишком жарко одеты. Вот. Просто если ветра не было, у нас жарко. Жарко. Но ветер уже прохладный, поэтому желательно как бы какую-то кофточку или еще что-то. Было все как бы хорошо, и у нас было... Кстати, что-то мне это не пишет. Сева, она должна была в 3-4 сегодня прийти. Ха. Ну, как обычно. Она должна была сегодня Честера забрать. Я вот думаю, отдавать его на совсем или только на те дни, пока я уезжаю в район. Тебе вообще прохлаждаться нельзя, а потеть можно. Потеть можно, но без ветра и прохлаждения. Потеть можно в постели под одеялом, как я понимаю, да? Beautiful sky, beautiful day, Will. Да, ты хорошо... Спасибо, спасибо. Я старалась. Он не хочет на видео попадать, как будто бы. Видите, когда я останавливаюсь, он останавливается. Да что ж такое-то? Лагает все, непонятно. На прогрузку. А что, кстати, со второй собачкой? Она поправилась? Так, щенок поправился от энтерита, его вылечили, гипс ему поменяли, и он уже даже встает на этот гипс, вроде как скачет. Вот, еще неделю, и нужно будет снимать гипс и, по-моему, спицы. Вот так. Ну, а вторая собачка, конечно, блин, ну я... Как посчитала, встала очень дорого, очень дорого. В общей сложности на вторую собачку уже ушло около 800-900 манат на щенка вот этого. Из-за вот этих передержек, из-за того, что я не смогла справиться, я отдала собаку уже на передержку в клинику. А там это передержка, плюс корм, плюс лечение. Ты чего? Вот. И, в общем, первый раз мы там что-то 150 манат отдали. Второй раз уже что-то там 360 манат. Когда она его забирала из клиники, она говорит, ну, чтобы... Она его забрала и отдала на более дешевую передержку, потому что в клинике стоит примерно 30 манат в сутки, а она отдала за 5 манат в сутки, но, конечно, в не очень хорошие условия. Вот. Ну, о них там я вам рассказывала, такие передержки, как типа старые дома какие-то там, два раза в день приходят, их кормят, поят и все. Вот, ну, хотя бы подешевле будет. Но за ту же я не буду платить. Она забрала, и теперь я все, я сдала щенка. Но, как минимум, ему лапку вот как бы сказать, мы подлечили ему лапку. Я не знаю, что насчет позвоночника, сросся копчик этот или нет. Вот. Наверняка будет известно уже, когда снимут гипс, как он будет ходить, как у него будет восстановление. Всем честно нравится. Никто... Так я и говорю. Вот, и все-таки я думаю, знаешь, Саша, вот сейчас вот это вот прям день для меня показательный. Нужно его забрать будет и все-таки сшить ему какой-то, знаете, рубашечку, кофточку такую, да, раз он внимание привлекает. Типа ищет дом, да? Вот. И ходить вот так с ним гулять утром, вечером. Может быть, правда, кто-то заберет, фиг знает. Попробовать найти ему дом, потому что отпускать в приют, ну, блин, мы с Севой обсудили этот вопрос, я уже рассказывала, но что он не бойкий, да, он слишком спокойный для других собак, его загрызут там. Вот, он не сможет там отстоять за себя. И на него здесь коты-собаки нападают, он просто стоя стоит и все. Он даже ни на кого не гавкнет, ни на кого не фыркнет. Вот. А у нее же там, помните, какие огромные собаки большие? Вот. И там просто кидают еду посередине, и никто никому под нос еду не подставляет, да? Он будет голодным там, потому что с собаками подраться не сможет. Стримы по шитью? Не, я сама вряд ли шью такую кофточку. Я хотела заказать. Вот. Ищу хозяина и мужа для хозяина. Мне, короче, кофточка, да, ищу мужа до этого, а собаки ищу дом, да. Или мы вместе должны написать «Ищем дом», да? Не, ну гулять с Честером – это имба. У тебя не будет отбоя от желающих отказывать устанешь. Взять его или в смысле желающих? Что ты имеешь в виду? Ко мне никто не подходил знакомиться с Честером. Еще. Красивая собачка. Спасибо. Красивая собачка, блядь. Они издеваются, да? Ой, мама звонит. Сейчас, подождите, я маме напишу, что у меня это... Блин. Только мне сказали, ему лет 5. Мы же не знаем, мы его подобрали только вот. Мы же подобрали, и вот судя по зубам, да, то ему сказали 5-6 лет вот так вот. Ой, смотрите, он знает, как через дорогу... Да мама, блин! Смотрите, как он быстро перебежал через дорогу. Бля, какой умный пес! Не вы это видели? Девушка, у вас такая красивая собачка, ваша, а сколько ей лет? А вы живете в Баку? Ну, да. Да. Что, Честер, пойдем? Ты куда? Нет, там нам нужно за тортиком. Честер! Еще немножко, там магазин уже рядом. Тебе машинки страшны? Машинки бикают, да? Тебе страшно машинками? Кажется, он машин боится. Пошли. Честер. Нереально машин боится. Иди ко мне. Все хорошо. Иди сюда, мальчик мой. Все хорошо. Да, Саш. Не бойся, я рядом. Никто тебя не обидит. Ни одна машина не обидит тебя. Пойдем. Все хорошо. Может, правда думает, что я по дороге иду? Не, ну мне понравилось, как он через пешеходный переход быстро перебежал. Так, блин, ветер сильный тут. Честер, давай быстрее пройдем эту вылочку. Да, 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 молодец, молодец. Давай, 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 бегом, бегом. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, 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 пойдем. Не бойся, Честер. Смотрите, сейчас опять. Смотрите, как быстро бежит. Оп-оп-оп. И перебежал. Наверное, под машину попадал. Не знаю, но он, видимо, опытный. Так, сейчас мы его привяжем куда-нибудь. К мусорке привязать. Глядишь, тебя научит. Ну-ну. Так, давай вот здесь, Честер. Стой. Честер. Сейчас будем изучать слово «жди». Честер, сядь. Честер, сиди. Сидеть. Хотите, давайте я поддержу. Вы поддержите? Да. Да? Сейчас я... Давай. 5 минут. Да, Честер, жди. Слышишь? Хорош, жди, хорош, жди. Хороший мальчик, хороший. Ой, дяденька выручит меня. Надеюсь, не украдет мою собаку. Так, сейчас я быстренько, мы тут полагаем. Какой нам тортик? А вот маленький вот такой вот. Такой вот маленький тортик. И сыр взяла для яичницы. Я, знаете, когда последний раз тортик ела? Вот еще вам тогда говорила. После болезни папа покушать. Баку. Не такие, он маленький. Арлик есть, арлик, да. Это ты про яичничку? Не, он маленький, он, как знаете, как две больших пироженки. Вот видите, какой маленький, видите, какой маленький. Пропустили, когда торт ела вчера. Саша! Еще с вами, говорю, еще до того, как начала болеть. Маленький. Не три. Я болела головой 3 недели назад. Игру месяц уже тортик ел. Как? Блин, не весит. Все, выходим. Так, я тут, не тут. За лаги-то такие, они понятны. Вот как вот это РЛ с вами стримить? Ну что это вот делать? Меня сейчас дяденька спросил, это что за борода? Я говорю, это порода. Ой, порода, говорю. Это, говорит, дворняга. Он говорит, а мне показалось, похож. Вот чем он привлекательный. Он как на волка. Как волк. Да? Честер. Манчестер. Волчара, сучара. Еще, знаете, что я заметила, ребят? Надо проверить, как он на светофоры реагирует. Потому что мне показалось, вот он 2 пешеходных перехода прошел сейчас на зеленый и очень быстро перебегал через дорогу. Но сейчас был красный, когда я из магазина вышла, был красный. И он стоял, ждал, пока не загорится зеленый. Он стоял и не перебегал. Когда женщина впереди двинулась, я не знаю, он, наверное, по человеку определил, что нужно идти. Вряд ли он посмотрел на светофор. Но это было очень-очень необычно. А на 2-м светофоре не было светофоров, ну, переходе. И он тоже шел, потому что все шли. Но вот на зарядке у нас, кроме интернета, просто подвисает. Я, да, на зарядке. Я поставила. Ой, эти лаги, господи, все, я пошла домой. Смотрите. Прошли? Нас волк, точно, Саша. Ну, что им от меня надо? Ну да. Ну, понятно. Может, опять перезагрузить интернет? Сейчас. Я опять антенку передернула. Монохромные? Это как понять монохромные? Нормально, я нормально, Санан. Черно-белые. Ну, интересно, как вот они на светофоры идут. Ну, я же слышала, что есть вообще собаки-поводыри, они как-то светофоры различают. Или нет? Верхние стоят, нижние идти. А, типа, если он просто видит, что загорается. Понял, Санан. Ну, ничего страшного. Потом кинешь. Запульнешь просто. Так, еще знаете, что мне надо? Машину зарядить. Я же завтра поеду. Но я, кажется, права не взяла и документы на машину. Они дома у меня. Нужно домой заходить. Интересно, он уже начал обрастать или нет? Расскажи про поездку для остальных. Я уже рассказала. Я в это время лагала или тебя просто не было? После поездки. Я же завтра утром выезжаю. По плану завтра утром выехать и на 2 дня. На 2 дня. Вот. И потом послезавтра, послезавтра, получается, я вернусь. То есть у нас РП будет на выходные. Вот. Куда она едет? Я еду типа в санаторий, ну, в горы. Тут и есть типа такой, ну там спа-отель в горах. И там будут лечебные процедуры. Там лечение спины какое-то есть. Вот всякие озонотерапия, минеральные воды, массажики, там, баньки, сауны, да. Я подумала, что мне вообще сейчас будет в тему отдохнуть таким... Отель находится прямо в горах. Ничего вокруг нету, кроме зелени и гор. Кайфово так. Вот. И это... И там именно включены процедуры всякие оздоровительные. Там ты приходишь, у тебя консультация с врачом, ты даже кровь какую-то там сдаешь. Вот, он тебе назначает какие-то физиотерапию, там какие-то упражнения делать. Вот, какие-то процедуры типа Дарсанваля, там всякие есть, всякие там магнитные какие-то. Ну, короче, там именно такое, как санаторий, только мажорский. Вот. И там трехразовое питание, шведский стол, да. Меня еще не было тогда. Вот, это будет здесь в районе, тут, по-моему, 2-3 часа ехать туда будет. Вот. Поеду на Теслочке на своей. Вот собаку некуда оставлять, поэтому я попросила сегодня приехать Севу, чтобы она забрала собачку. Вот, но... Не знаю даже. Оставить бы ее недалеко где-то тут. Спа-салон, ажра-салон там есть. Там, прикинь, трехразовый шведский стол. Это просто я прям толстенькая приеду за 2 дня. Толстенькая, прям толстюченькая. Вы же знаете, как я на завтраки уплетаю. А прикиньте, там будет 3 раза кушать. То я там, конечно, ой-ой-ой-ой, как буду есть. Ой, прям сильно буду, да. Вот, и я, возможно, говорю, там оттуда просто природу стриману, так на часик вокруг похожу, погуляю, если скучно будет. Вот. Так, ну мы пойдем еще раз пописим, попробуем. Вот. Я, наверное, выдвинусь до дома. Отдаешь, значит. Да, ну я же говорю, что... А в каком районе? Там... Галата, что ли, называется, Санан. Санан, у тебя... Ты можешь собачку на 2 дня взять? Собачку на 2 дня взять. А, хотя не, ей укол надо делать, ты не сможешь. А то я боюсь, а вдруг Сева не придет. Собачка же, я не поеду в отель. Я не знаю, где Санан точно. Я тыкну там на своем Waze, куда в это в отель ехать, и поеду. Здесь все. И все мои сладкие. Кстати, водолиния, наверное, завалена. Сейчас нужно еще проверить. Еще не разрядились. Что, узнаешь местность? День сейчас сяду тут с вами на травке. Попрощаюсь. И мы пойдем. Та-ра-та-та-та. Макдональдс. Решим, Олеся, если не получится, ты знаешь, что делать. Нет, я не знаю, что делать, если не получится. И собакой моей. памяти мальчонок. Have to go to work, have a beautiful day, always beautiful and special, Олеся. You have to go to work, have a beautiful day, always beautiful and special, Олеся. It's will, I know. Will, thank you so much. Thank you. Ну что, куда пойдем? Давай, выбирай. Say bye-bye, Will. Пушти, 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 видите, шапля уже вылезла у нас. Опа. Пойдешь сюда? Сам давай, давай сам. О, ты молодец какая. Сюда ему тяжело уже запрыгивать. Он зависает немного. А, ух ты, блин. Запрыгнул, молодец. Все, пойдем на травке где-то сядем челебоськой. Куда в клумбу-то? Ну, он так запрыгиваем. А он еще, он же коротконогий, да? Что? Коротконогий, как он еще запрыгнет без клумбы? Так, это мое место, где я всегда сижу. Ой, сейчас достанем вас. У меня ничего нету с собой, вкусняшки никакой. Ничего не взяла сегодня, извини. Только дома дам вкусняшку. Уж ты, уж ты, уж ты, уж ты. А вот и мы, а вот и мы. Привет. Ложись рядом. Ложись. Ну или иди походи еще. Ему нужно мышечную массу наращивать. Я ему, когда уколы пытаюсь в жопу делать, мне кажется, что я ему до кости проколю, потому что это уколы некуда делать. Некуда. Мышц нет вообще. Он какой-то безмышечный. Чё, волк мой? А волк? Тупо волк, короче, теперь будет. Я буду вульф назвать. Это вульф Честер. Вульф Честер. Честер вульф. Получается. Пошел что-то нам вынюхивать. Вот, хорошо погуляли. Так, хорошо погуляли, хорошо погуляли. Это гены? Гены гиены. Вроде стример внешне не изменился, только щеки ушли. Ничего, я сейчас поеду на трехразовое питание. И у меня там такие счетчики отращу, такие счетчики отращу. Вот это отличные зачетные счетчики. Ой, сейчас эту штуку сниму, а то он мне достал, давит. Помните вот эту хлоп, снимаешь, и там сиськи показываются. Все помнят. Все помнят, как опасно снимается эта штучка. По себе сужу. Понял? Блетка, если Сева не сможет, напиши в ТГ, либо позвони, я пристрою его. Хорошо. Хорошо, что-нибудь придумаем. Чанить придумаем, чанить. Честер, а вот ты что там как бы без меня ходишь, да? Я же тут типа, ну. Ля, что творит? Чешется обрастение, чешется, смотри. Я хорошо это помню. Валк это не вол. Валк это вульф. Вульф, я же сказала. А не валк. Вроде как. Ой. Сейчас знаете, что у меня сейчас будет беда? Помните, у меня как бы моя квартира, вход в квартиру находится не через подъезд обычный, а такая, как итальянка, да, через внешний дворик. Я, короче, сегодня как-то неудачно ключ закинула на крышу, и он далеко улетел. И я сейчас не знаю, как домой попасть. Пизда, конечно. То есть там прям не просто он, а он улетел на крыше, так по шиферу и на соседнюю крышу внизу туда. Я вообще не представляю, как по этой крыше лазить, как мне этот ключ доставать. Ну, на крайняк я, конечно, могу домой попасть через соседей на балконе. У меня балкон открыт, я могу через соседей зайти. То есть все там видели, перегородка очень маленькая. И могу как бы изнутри дверь открыть. По идее, можно вот так зайти, но ключ там лежит мой, от моей квартиры. И это жесть, конечно. Как его оттуда достать, я не знаю. Есть какие-то вообще идеи? Ой. У этого стрима потрясающая выдержка. В руках тортика, она все еще гуляет. Не, я хочу дома с кофе, ну так-то. Ну, вообще-то. Магнитные веревки. У тебя нет ключа от квартиры? Он... Да, нету. Прям над квартирой. Под квартирой получается. То есть я живу на верхнем этаже, а там, получается, настройки. И знаете, как вот на какую-то надстройку он улетел. Вот так. Мне прийти? Нет, Санан, не. Не, Санан, не надо. Спасибо, спасибо. Я просто думаю, не лопнет ли шифер, если я по нему полезу. Не скачулись ли я, как этот ключ по этому шиферу, на ту крышу. Я не знаю, как туда спуститься. Там нету лестниц вроде как. Либо, может, снизу как-то, я даже не знаю. С балкона магнитом. Так у меня нет, во-первых, магнита. Во-вторых, у меня нет такой длинной веревки. Там до хера. Вот, до хера. Он улетел на этот спуск крыши, но он покатился по шиферу вниз и упал на следующую, другую крышу там далеко. И вот как мне с этой нижней на эту спуститься, я так и не поняла. Вот. То есть, если бы он упал на мою крышу и не спустился, там бы реально было бы достать. Выключила стрим, работаем. Улетели на этот спуск. Да, она как бы улетела туда. То есть, он меня просто выпал так неудачно, как-то, каким-то образом. Вот, а улетел на другую крышу просто вот. Короче, жопа сейчас, буду думать, как домой зайти. Жопа. Жопа полная. Думаю, собаку тогда тут, наверное, оставить. А если что мы ее фразы слышим полностью. Да, блядь. Все, лагаем, да, все, домой пойти, короче. Как же ты красавица, как же ты... Вопрос от телезрителей, кого дьявол ключи улетели. Ну, вот меня улетели просто, вот так бывает. Бывает, ключи улетают у стримеров. Бывает. Гулька думает, что я ей что-то дам, а я ей ничего не дам. Я не специально кидала слепой, я же случайно. Случайно. Вылетел как бы, да, из рук. Клэмси, все такое. Вот, поэтому сейчас пойду. Наверное, собаку тут оставлю как раз. Если Сева пойдет, я ей просто скажу, забирай его, он где-то там сидит в парке. Вот. Оставлю его тут. Я его, в принципе, покормила. В принципе. Оставлю, попробую там пошариться. Спроси нитку обычную для шитья. Магнит... Нет, там очень далеко. Он скатился, улетел на другую крышу, там ни одна нитка не долетит. А если ключами не получится быстро решить, можешь сразу 2 тортика взять. Нет, идти далеко уже для тортика. У меня, конечно, не один комплект ключей. У меня дома еще есть. Руди Элементал, hello. Возьми пожарников, они вызови. Нихера себе, они за вызов заберут деньги. Нет. Я посмотрю там, как, может быть, снизу, с первого этажа можно посмотреть, как-то там, может, лестница есть какая-то. Ой, короче. Скинула видео, где он. Сейчас им покажу. И как достала, тоже отпишусь. Вот, а пока пойду. Реальное решение хранить второй комплект ключей в запертой квартире. А где бы я хранила его, скажи? Я понимаю, что если бы у меня был там знакомый кто-то тут, мама, например, я вот у мамы всегда второй комплект ключей хранила. Ну, как раз там лежит яйца. Наверное, я его тут и оставлю. Пусть лежит. Как ты кидаешь, что мне кажется, что у половины крыс в Баку твои ключи уже есть. Да он как бы, знаете, вот я просто его начала засовывать, он что-то тык вот так, как-то так щелкнулся и отлетел просто наверх. И он отлетел и упал прям вот рядом, но на крышу. И соскользнул и улетел. Бывает такое. Привет, Outlove Marshall, вообще. Все, ребят, я пойду пробовать ключи достать. Надеюсь, я быстро достану и съем тортик не на ночь. Еще бы потренироваться сегодня. Было бы тоже хорошая идея. Потренироваться, да. Вот. Спасибо, что погуляли со мной. Завтра, послезавтра, скорее всего, не ждите стрима. Вот. На выходных, наверное, запущусь, порисуем что-нибудь и РПшечку поиграем. Ни разу не летали ключи. Бывает у многих такая штука. Вы бесите меня. Здесь Санан второго комплекта. Спасибо. Фото делишь. Все, я пойду. Всем пока. Хорошего вам настроения. Я очень хорошо погуляла, у меня такое расслабленное состояние. Сейчас приду, думаю, и спать лягу. После того, как, конечно, ключи достану. Вот, вот. Не кидайте никогда ключи на крышу. Надеюсь, у вас такого никогда не будет проблем. Ну или хотя бы у вас будет второй комплект ключей у каких-то родственников. Вот, все. Я пошла. Хорошей поездки. Спасибо. Я буду фоточки скидывать. Парочку. Ну, я попробую запуститься. О, как раз мне говорит низкий заряд уже. Вот. Если что, запущусь на пару часов. Покажу вам спа-центр. Пока, ребята. Пока.